Прочитайте все сидящие. Про себя? Это викторина для молодых. Все читали? Да. Так, Борис, ответь на вопрос. Как, у меня слово написано. Посещаешь ли ты это заведение? Один, с друзьями, или с женой, или вообще не посещаешь? Ответит? Да, отвечаешь. Нет. Повернись. Что нет? Не посещаешь? Нет. Посещаю. Ну, так. Сказал мне, значит, нет. Чего? Не может быть, чтоб ты не посещал это заведение. Так. Проиграл. Да. Так, дальше. Все, все прочитали? Я не прочитала. С друзьями точно. Да. С женой. Ты эту вещь на ночь, когда ложишься спать. Да. Молодец, выиграл. А почему ты снимаешь? Захотелось. Скажи, почему? Нет, отвечай. Почему? Мешает, может, она тебе? Мешает, наверное. Так, ты выиграл. Поверни. Так. Ты жену сравниваешь с чем, например? Вот с этим предметом. Можешь ты сравнить свою жену? Да. Отвернись. Да? Выиграл. Он сравнивает, в смысле, какая? Так. Следующее. Так, что, наслиплась? А. Когда принимаешь ты это? Утром, днем, на ночь? Сколько? Мало или много? Много. Может, вообще не много. Так, на, будем знать. Он уже принял. Они с собой. Так, а ты не смейся. Конечно, принял. Так, два раза выиграл, два раза нет. Невеста, вставай, хватит смеяться. Поворачивайся. Сейчас мы подгоним. Да. Читайте все. Сможешь ли ты замаскировать морщины этой вещью? И как? Сможешь? Могу, на лицо намажу. На, проиграла. Ого. С пауза. Принимаешь ли ты эту косметику? И когда? Пользуешься ли ты или вообще ею? Нет, не пользуюсь. Правильно, выиграла. Тесто. Стираешь ли ты эту вещь Борису? И как часто? У нас нет такой вещи, не стираем. Нет такой вещи. Можно поправить? Да. Не стираешь? Ноутбука нет. Нету вообще. Ну не стираешь, значит, правильно выиграла. Сможешь ли ты подарить мужу вот этот подарок на день рождения? Нет, мне слабо. Шнурок. Молодец. Выиграла. Выиграла. Сколько у тебя? Три. Три? Четыре. Все? Да, а Борис два раза только выиграл. А там что? А это те, которые он проиграл. Туалет? Одинаково? Это для туалет лопов, и Баба Яга. Нет. У тебя четыре, у тебя четыре, а у него два. Выиграла. Ты выиграла. Аплодисменты. Аплодисменты невесте. Браво.